Ну это понятно, но. Он, по-моему, еще и отреспился. Отреспил свою броню или. Я ему снял, уже ХП идет. Так, что, давим туда? Честно, не знаю. Так, я справа зайду, справа зайду. Алло, привет, пацаны. Ой, он в меня что-то кастует. Ну, БКБ прошби. Прожал. Ну, отлично. Так, здесь не пройти, это уже понятно. Нормально, нормально я его заунил. Мак отвали. Макс бит, Макс бит. Макс бит, понял, понял. Mission End через 25 секунд. Надо лут искать, лутецкий. А где он умер? А вот же, что-то лежит. Проверь все, я тоже посмотрю в округе тут. Вроде как-то больше ничего нету. Эпики, эпики нужны какие-то. Эта срань тебе ничего не показывает? Треугольный наш помощник. Квадратный. Кубический. Музыка в игре 10 из 10, я согласен. Смотрите, 7 хедшотов. Вот это я понимаю мастерство. Да, смотрите, 22 кило. Вот это я понимаю. Блин, чувак, у меня револьвер шестизарядный. А я с дробовиком рашу. Мне как-то больше нравится. У меня сейчас какие-то всоски, присоски АОЕ появляются, потому что я маг. А я так понимаю, у тебя именно будет улучшаться оружие какие-то. У тебя будут примочки к оружию, именно большой дэмэдж и так далее. Так, давайте, давайте, короче, переоденемся, я на следующую миссию у нас. Сейчас. Тут реально пушки, прям каждую этот, каждую миссию новую выпадает. Так, нова бомб. А мы когда качаем с пылы, ты не в курсе, мы тратим энергию какую-то, или мы можем вот прям дают сразу качать? Секунду. Секунду, я отвлекся, мне это написали. Ладно, качну. В чате ответят на этот вопрос. Так, ну я все, я готов. Да, я пытался найти, какая подруга Гитмана играет в Destiny, но две подруги, которые у меня в друзьях, ни одна из них не она, поэтому... Чё ты спрашивал? Не отвечу. Когда мы скиллы прокачиваем, мы тратим какие-то очки? Или мы, нам просто открывают, сразу качаешь и не паришься? То есть нет смысла копить на следующие какие-то спылы? Я просто не вижу. Нет, тут вообще, по-моему, линейная прокачка, даже линейнее, чем... Ну, ты понял. Чем в новой Диаболе. То есть ты просто по кругам идешь вперед, вперед, но можешь иногда вниз уходить. Например, Better Control, Swarm Grenade, это говно. Говорят, нужно распылять старый шмот, и там что-то дают действительно. На квадрат я тут распыляю. Да? Сейчас. Не знаю, что это дает, но распылю. Сейчас все распылю, что-то важное. Но мне что-то не особо понравилось. Это Fusion Rifle, она какая-то. Срань какая-то. Типа, у снайперки 5 атаки, у этого 17, но... Снайперка это всё-таки ближнего снайперка. Боя, да. Так, ну что, ты готов? Ща. Скажи, как будешь готов, я отправлю. Я еще не готов, сейчас я распылю тогда срань всякую. Ну, будем считать, что это срань, поэтому... Я распылю ее. Я просто боюсь распылить какой-нибудь, знаете, редкий контент. Тут же все-таки это. У меня куплено там говна всякого. Так,
The Wires, The Gloves, дисциплина плюс 3, а у этого нету. Зеленые, ну тут, кстати, реально как в Диаболе есть зеленые шмотки. Зеленая тебе уже выпала, да? Да, мне выпала одна. А мне казалось, шмотка. Мне выпали, я их не это. А ты как их просветил? То есть у меня они сначала неизвестного были. Ну слушай, у меня тоже написано он common, значит, мне надо все-таки к такому чуваку, видимо, подходить. Она, вот если я к нему подойду, насколько я понимаю, у меня будет увеличение перезарядки, а может быть уже есть. Можешь меня настримить? Походу уже есть. Он common — это рарность шмотки, понял. То есть необычная она. Mm-hmm. Так, ну ладно, погнали на следующий. Сейчас я распылю оставшиеся две тогда. Ну давай. Ну сейчас. Все равно, я так понимаю, это нам в городе пригодится только. Главное вот это не распылить. 20-го левела. Все, полетели, полетели. Сейчас заоню. It's fine. We're living together. На-на-на-на. Ну что, следующая миссия нас ждет. Ну, я принцип понял. Мы видим босса, мы фокусим его, и mm-hmm. все остальные мобы исчезают. Ну, был бы на самом деле, я, если следующие боссы будут, ну, как бы, что-то еще мутить такое, знаешь, необычное. Ну, нам нужен босс, который нас отовнет, чтобы у нас пердачки хоть немного подгорели, чтобы он, ну, дал нам порки. Mm-hmm. Порку задал нам. Ну, я надеюсь, именно босс нас отовнет, а, знаешь, не 500 мобов, которые будут... Да. Легенда о Керандии, ну, я слышал, но я не помню эту игру. Это, по-моему, квест. Сори, пацаны, не помню. Supercharged. You super is not charged. Plus L1 R1. Это наша ульта, например. Ну, типа, вот у меня. То есть, зажимаешь L1 и R1 одновременно. Ну, кстати... Ну, да. Главное, грену не выкинуть перед этим. Да. Пошли. Погнали. Ай, блин. Ты ульту прожал? Я грену выкинул. Как же мне нравится стрелять из этого сраного револьвера. Да господи. В том плане, то, что он выглядит как самое сексуальное оружие из компьютерных игр Эва. У меня после того, как я посмотрел скучнейший фильм Blade Runner, у меня возбуждение от такого типа оружия. Типа, поэтому я всегда там тот самый беру в Fallout'ах и 357, он просто очень клево выглядит же. Понял. Разотели я. Ну, у каждого свои отклонения. Кто-то любит, когда ему писают в лицо женщины. Я не намекаю ни на кого. Я понял. Так, а может обойдем как нормально? Я залез уж. Блин, у меня просто нету даблджампа, у меня ну, тоже какой-то. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Ну ты когда-то совсем не туда пошел, братан, если честно. Я не знаю, да, может там раз. Какого-то чувака 40-го левела тут. Ну привет ему. Я избу нашел, как грибобас с Джоном Клюквером прям. Подожди меня. Ну я собираю тут шнягу какую-то. Бонус, который описан в шмоте, он дается только когда ты эту шмотку апнешь. Апнешь шмотку, можно получая опыт за мобов и квесты. Alright. А тут есть дейлики? Хочу дейлики делать. Не. Чё-то мне... Надо... Race through the космодром on your sparrow to investigate the heavy fallen activity. Так, мы, по-моему, на машине какой-то должны были доехать, или если я ничего, если я что-то правильно понял или неправильно понял. Может быть. Или мы машину потом получим. Ладно, бежим. У нас вроде есть в инвентаре какие-то два говна. Помнишь, нам дали какие-то джампсьюты? Я еще не понял, что это такое. Они похожи на скутеры, но... Ну, видимо, мы не правы сейчас бегаем. Так, Илья, ты подожди меня, пожалуйста. Да, Blade Runner это самый скучный, один из самых скучных фильмов в истории кинематографа, просто уныние сплошное. 2 часа Джордж Буш ходит в плаще и тупит, пытаясь трахнуть тёлку, всё, в этом фильме больше ничего нет. Ни экшена, ничего, но он заслуживает уважения, потому что он снят в бородатом году и при этом выглядит, как будто его сняли, не знаю, в 2030-м, настолько там всё круто, с графоном. Вызовите треугольную хрень и зажмите квадрат. Вызови треугольную хрень и зажми квадрат, пожалуйста. Как ты это сделал?
Вызвал треугольную хрень. А как ты треугольную хрень вызвал? На этот, на тачпад нажал. Спасибо. Пожалуйста. Да-да-да, это наш R-Bike. Тут еще буст есть. Смотри, у меня пердак бомбанул. Да господи. Мы как это, как в этом, как в Звездных войнах. Да-да, на что ты бустишься? Ну, я зажал обе одновременно, но я не знаю, может это тратит какое-нибудь топливо анальное. Ой-ой-ой, да. То есть лучше это не юзать вообще? Нам куда добраться-то надо? Да вон две точки. Тут ПВП нет, я надеюсь, нас не могут отмудохать. Не знаю. Что, здесь выпрыгиваем? Наверное, а как слезть-то? На, крестик, по-моему. Тут какой-то чувак реально высоколовольный стоит. Но он нам ничего не может сделать, он более того нам рукой машет. Я запрыгнул. Я со своим пердежом никуда залезть не могу. Че, я потанцую с ним. О, тут новости на русском, Илья. Сейчас. Мы, похоже, действительно в России. Я согласен. Сейчас я ему потанцую немного, о, отлично. Так, все, я активирую, ты иди... Ой, извиняюсь, ребят, если вы сейчас оглохли из-за этого. Я активировал эту точку, ты можешь идти на следующую. Он что-то тут делает, дефит ее, наверное. Нам вот туда теперь. Можем опять на байке садиться, на самом деле. Так, я что-то подобрал. Тем госпиталь. Ну, у меня еще в детстве всегда парил тем госпиталь, тем, что там надо постоянно новый... Там 30 миссий, и каждый раз надо новый строить сраный госпиталь. Это просто надоедает до жути. Я плохо управление этой сраней, я тебе сразу хочу сказать. Я неплох, но... Ага. Нам на этот... Ага, я понял, я вообще не плох. Ты б вернулся, если чё. Я тут, бро! Защищай женщин. Кто уже тебе борщ будет варить, когда мы из этого приключения вернемся? Я надеюсь, что ты. Ну да. Это ли не борщ, что я кушал с утра? Хорош. Так, а это говно взрывается, если у него... Нет. Но дырки красивые. На самом деле было бы прикольно, если бы тут врагами были люди, и у них были бы дырки от пуль в теле и все такое. Ну понял меня, да, типа. Угу. Это бы вообще возбуждало, потому что здесь так прикольно стрельба сделана. Чё горят? Погоди. Там какая-то рекламная пауза началась. Ты прожал, да? Да-да-да. Ребят, чат, наверное, опять скоро отвалится. Он ужасно работает опять. Я не знаю, что происходит с Твичом и его чатом в последние дни. Чё, валим отсюда? Ну а что там еще делать? Можно лут поискать, конечно, я ничего не видел. Эти ящики, я вообще не знаю, их везде надо искать или нет. Мы что-то какой-то сигнал перехватили, видимо, они там, ну, вызывают, да, много, да, эти петухи. Не, они говорят, что типа, как можно улыбаться, когда ты видишь конец света. Какой-то, ну, бред какой-то, короче. Короче, какие-то это... Сектанты. Я решил слезть. Я понял, но я тебя не могу подвести. Ну, это очень плохо. Да, я рано слез. Давай погуляем, блин, ты посмотри. Мы не наслаждаемся игрой, мы спидраним. Ты посмотри на это болото, блин. Давай посмотри на эту срань. Красота. Действительно красота. Но это ж Россия. А мы... я, да, я сразу узнал ее. Ну, вообще-то, конечно, я не понимаю, где в России так все странно, но... Ну это Казахстан, по идее, потому что у нас единственный космодром, это же Байконур, правильно я понимаю? Mm-hmm. Не знаю, Ля, если честно. Mm. Так, ну мы опять зашли в место, тут, короче, нельзя респавниться. Ой-ой-ой, Ля, спаси, спаси! Спасаю! Но, понимаешь, ты уехал, как бы, а я пешком шел. Нормально-нормально, я на самом деле за фрагами уехал. Mm-hmm, mm-hmm. А потом всем будет говорить, что Илья не стреляет, или играть не хочет. Музыка очень клевая, кстати. Не, действительно, за фрагами уехал, но ничего-ничего.
Леха! Слушай, Кекс, я был в полном говне. Спасибо.